будет больше безумных смертей. Ведь правила движения – закон для всех людей. Желаю вам безопасной дороги, а для этого будьте внимательны законопослушным на дороге. Я твою. Сегодня 17 ноября, день памяти жертв дорожно-транспортного травматизма. Воспитанники детского сада совместно с ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому городскому округу проводят акцию «Автопробег», приуроченную к этой дате. Помните, что жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому берегите не только свою жизнь, но самое главное – жизнь наших детей.